Может быть, вы заметили, что вот у нас вот такая вот подсветка появилась в церкви? Мы готовим зал к праздничному служению. И вот на церковные деньги, и на финансы, которые выделил нам Господь Иисус Христос и на церковные пари и финансы, какой-то Господь на нас не отделил. А реализовал это наш э, диакон э, Александр Шарич. Твоего наш э, диакон э, Александр Шарич. Ну он где-то здесь ходит. Некогда и расхож, да? Давайте мы его так дистанционно поблагодарим. Дистанционно дому рукоплясками. Не воздушно капельным путем, да, аудиально. Не воздушно капку в под. А, аудиально. А? Вот и также да. И со что така? А, мы будем еще украшать этот зал. Что зала? Ну там вот Господь нам э, вот эту елку да вот праздничную кого-то бы э, вот так подготовил и поставил для наших детей, но ну, дети будут как как всегда с пастором Романом вот Роман пришел. Вот вон э, има и от Господ подарена праздничная лх Роман, за вы лицата, вы они? С, В этом году будете елку с детками украшать? Пастор Роман, дали еще красиво телхата тази година? Вот поэтому, С у кого будет желание, тоже приносите вот такие украшения. Кто-то, что имеет желание, может донести и украсить эти телхата? Ну, желательно, чтобы ангелов там было побольше. Желательно, чтобы побольше да има. Чтобы это было такое Божье украшение. Да, Божье то украсяване. А, сегодня тема моей проповеди. Днес тема на моя проповедь э. В принципе, это продолжение прошлой проповеди. По принципу, твое продолжение на это проповедь. Проповедь называлась «Самое безопасное место на земле». Проповедь и казывала «Най безопасное место на земле». А сегодня я как бы так задаю вопрос. А днесь пак задавам вопроса. Вот, а какое самое безопасное место на земле? Какое «Най безопасное место на земле» -то? Вы знаете? Знаете ли? Давайте мы откроем послание к Ефесянам сегодня. Дотворим послание только к Пятая глава. 5 глава. С 25 стиха. От 25 стих. И я прочитаю, на проекторе можно читать на болгарском языке. Я а на проекторе можно на болгарский язык Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Не за всех Господь предал свою жизнь. Не за всечки Господь и дал свой живот. А за кого он предал свою жизнь? А за кого я предал живота си? Он предал свою жизнь за церковь. То я предал э, предать себе за церковь -то. Мы это запомним? Что запомним ли това? Не за партию ЛГБТ. Не за партию ЛГБТК. Не за тех, кто говорит, что Бог всех любит нас. Не за тези, кои доказывают, что Бог всички не убитча. Мы можем делать все, что мы хотим. Можем направить всичко, как вот и А Бог нас все равно будет любить. А Бог все пак ще не убитча. Вот Иисус Христос свою жизнь отдал. Иисус Христос отдал свой живот. Написано «за свою церковь». пищи за свою церковь. Для чего? За какое? Конкретно написано. Точно, пищи Чтобы осветить ее, очистив баню водное посредством слова. Второе. Чтобы предоставить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вы можете себе представить? Можете ли да себе представить это? Иисус Христос это сделал. Иисус Христос и направил это. Он представил церковь пред собой. То представил церковь то пред себе си. Славную церковь. Славно церковь. Не имеющий пятна. Без пятно. Или порока. Или брачка. Вот такая должна быть невеста Иисус Христа. Аминь, скажи. Это такого требует да быть невеста то на Иисус Христос. Скажи аминь. Скажи булка. Скажи булка. Булка на Булка Церковь. на Иисус Христос. Булка то на Иисус Христос. Она без пятна или порока? Без пятно или бречка? дабы она была свята и не порочна. Но да будет света и не порочна. Как вы думаете, это важное место? Как думаете, это важное место или? Кто-то думает, ну может быть как-то это можно без святости. Никакой симмысли может понять как в значении без святости. Как-то пролей сарсье небесное. Я как всегда проявим Божье то царство. Потому что святость это не популярная тема сегодня. Понеже святость не известна тема днес. Никто не говорит сегодня о святости. Никто не говорит не за святость. Потому что это скучная тема. За что это и скучная тема? За, ну, зачем вообще? За как воду да говорим? Светить себя. Да се усветяваме. Что значит светить? Какво означава да светим? Что значит святость вообще? Какво означава святость? Святость есть отделение. Святость и отделение. Аминь. Аминь. Отделение себя от греха. Отделение на себе себя от греха. Для чего себя отделять от греха? За какого от греха? Святость есть отделение, еще более точное определение святости для Бога. Святость и отделяване за Бога. Тогда есть смысл, правда? Тогда има смысл. Есть смысл отказаться от греха, чтобы Бог управлял твоей жизнью. Има смысл да се от греха, че Бог да управлява твоя живот. Чтобы полностью сокрыться в Его славе. Напълно да се осветяваш в Неговата слава. Бог не пользуется порочными какими-то связями. Бог не се възползва от непорочните връзки. Он не использует какие-то грязные сосуды. Не мрис, не Он омывает сосуды. Той Он их готовит. Той, ги подготвя. Для того, чтобы использовать их для своей Божьей славы. за слава. Как проводники Божьей любви. Кату, на это любовь. И мы читаем дальше. И читаем нататък. С 28 стиха. От 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Но никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Это второй момент. Второй момент. Бог не всех питает. Бог не всечки И не всех греет. И не ги затопля. Он греет и питает. То и храни и грижи Свою церковь. это И заботится о своей церкви. И се грижи за своя 30, стих потому, что 30 мы, стих. потому что мы члены тела Его. От плоти Его, от костей Его. Мы плоть от плоти Его, да, написано? Не смей и, кость от плот, его. и кость от кости Его. И кост от а некого-то кост. О ком это написано? Пища за куготува. Это написано про церковь. Тува пища за церква-то. Ты церковь? Церковь Скажи, я церковь. Скажи, а сам церковь. Я кость от кости его. А сам от И я плоть от плоти его. И сам плот от и плот. Я омываюсь его драгоценной кровь. Скажи, аминь. аминь. Почему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть? Тайна сия велика. Что за тайна? Какая за тайна? Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Это апостол Павел так говорит. Такая указывает апостол Павел. То есть Христос и Церковь. То есть Христос и Церква. Это одно. Твое и одно. Аминь или не аминь? Аминь или не аминь? Потому что так написано. За что это такая пища? Он есть глава Церкви. То есть глава то на Церквата. А Церковь есть тело Его. А Церквата и Негову то Вы Откройте сегодня для себя, пожалуйста. Отворите за себя си това. Вот это важное откровение. Това важное откровение. Иисус Христос сегодня ничего не делает. Иисус Христос днес ничто не прави. Без своего тела. Без своего тела. Я ничего не могу сделать без своего тела. А с ничто не могут да направить без своего тела. Можно фильм поставить. Голова профессора Ни, да, доктора Ни. Может, да поставим фильм «Главата на профессор Ни». Ну, глава где-нибудь на... Вот, ну, вы видели, да, «Голова профессора Доли» — фантастический фильм. А такой фильм «Глава на профессор Добры»? да. Как? Доуэн. И вот голова на подносе стоит. ну, там та она подпитывается всячески, поднос. конечно. Кровью, питательными веществами. Но Сына это, с... это <с голова, она ничего не может сделать. не, может Она может только говорить что-то. И тебе может самодоказывать что? Но что-то сделать она не может. Да она не что-то направить они не Вот церковь есть написано тело его. Как то пище церковь то и него это тело. Иисус Христос так решил. Иисус Христос такая решил. Бог так соделал. Бог такая направил. Это Божий план. Твой Божий план. Божье предназначение. Твой Божий это предназначение во Христе Иисусе Бог в Иисус Христос ничего не делает ничто не прави без тела Иисуса Христа без тела то на Иисус Христос которая есть церковь его кое то и церква тому вы сможете это запомнить можете ли то вы такую запомните в Ветхом Завете написано Бог ничего не делает в Старый Завет пишет Бог ничто не прави прежде не открыв рабам своим пророкам Прежде, да, э, Го утворит твое на свете рабове, пророти. То есть Бог сперва открывает своим детям. То есть Бог первую Го утворяя на свете дитца. И потом это реализует также через них. И после твого Го реализира через стих. Слава Богу. Слава на Бога. И последний стих. И последний стих. Так каждый из вас должен любить свою жену, как самого себя, а жена боится своего мужа. Вы знаете, вот э, последний стих, он говорит на самом деле о порядке. Знаете ли, что последний стих говорит за ряда? Над всяким, мужем, на всякий мужем стоит Христос. Над всяким мужем стоит Христос. На всякой женой стоит муж. Над всякой женой стоит муж. Над Христом стоит Бог. Над, Христо, над Христос стоит Бог. И вот такая четкая иерархия. Бог. И твоя точная иерархия. Христос. Бог, Христос. Муж. Муж. Жена, жена и потом уже дети. И после садицата. Четкая Божья иерархия. Точно Божья это иерархия. Жена не может командовать своим мужем. Жена не может командовать мужа Муж не может командовать Христом. Муж не может командовать Христос. Христос не может командовать Богом. Христос не может командовать Бог. Это беспорядок. Таков вообще боди хаос. Так Бог и просто вот на самом деле такую схему Он не допустит. Бог не омада допуск не такая в схема. Своей Божьей церкви. В Божьей Таси церкви. Это может где-то в мире происходить. То может его в свято не якоди достава. Всем, где всем управляют дети. Когда это всючку управля, э, управляют дети, а то. Кричат, манипулируют. Викат манипулирует. Диктует свои условия. Диктовать условия Таси. своим мамам на своите майки. А мама диктует свои условия своим мужьям. А майки диктуют эти условия на мужей. А мужья кричат Богу. А мужья викат на Бога. Почему ты этого не сделал? За что они сигу направил тува? Так происходит в мире. Так а если в света. В церкви есть совершенно другой порядок. В церкви это совсем друг ред. Поэтому написано: Бог не есть Бог не устройство. Зато то опишите, что Бог не Бог на устройство там. Но чего? Но на какого? Мира и порядка. Но на мира и реда. Аминь. Амин. Амин. Слава Богу. Слава на Бога. И вот я выделил несколько пунктов из послания Ефесянам. Я соделил несколько пунктов на послание к Ефесяне. Вот первый пункт. Первый пункт э. Бог осветил церковь свою. Бог и осветил свою эту церковь. Посредством слова. Со своего слова. Слово, оно ну не просто так написано. Слово то не просто и такая написано. Библия нам не просто так дана. Библия это не просто и такая не дана. Нам очень важно исследовать священное Писание. Важно не это, да исследование священное Писание. Потому что это слово освещает нас. За что то то вас слово не осветява? Освещает, значит постепенно, постепенно отделяет нас. Осветява означава, что постепенно, постепенно не отделя. От греха? От греха. Для кого? За кого? Для Бога. За Бог. Второй пункт. Второй ряд пункт Э. E. Для чего? За как вам? Чтобы предоставить, предоставить ее себе, то есть, чтобы предоставить церковь себе. За это да предостави э, церковь то на себе си. В славе. В слава то. Написано, Бог вознесет нас в свое время. Пише, че Бог что не вознесет в свое то время. Кого вознесет? Кого что вознесет? Церковь вознесет. Церковь то что я вознесет. Чтобы предоставить ее себе славной церкви. За да предостави на себе си славната церква чтобы она была свята и непорочна. Чтея это будет свята и непорочна. Свята и непорочна. Свята и непорочна. Третий пункт. Третий пункт е. Господь греет и питает церковь свою. Господь согрежи и напитава свою это И четвертый пункт. И четвертый пункт. Господь оставил отца. Господь и оставил у Баштаси. Пришел на эту землю. Дошел на Тази земя и прилепился к церкви своей, и залепил за свою это церковь, чтобы стать с ней один, одни, одним единым целым. Чтобы а. стать с ней одно целым. Одно целым, да. Четыре пункта всего сегодня мы разберем. Само четыре точки днес все разглядим. Ну кто-то уже может мне сегодня ответить, где самое безопасное место на земле? Но может ли някой още сега да отговори, кое е най-безопасното место на земята? Вы знаете, про, кого сегодня говорят? Кто наш ковчег спасения сегодня? Знаете ли, за кого указывают, чей ковчег на спасение тот днес? Самое безопасное место на земле Наибезопасное место на земле во Христе Иисусе. И во Иисус Христос. Он наш ковчег спасения. То и наш ковчег на спасение то. Только в нем сокроется душа моя. Самого в него, что сискри ему, это душа. Вы знаете, как в притчах написано? Как то пишет в притче. 18 глава. 18, глава, 18 глава. В 11 стихе. В 11 стих. Мы поем эту песню. Пеем тази песен. Имя Господне. Имя Господа. <laughs> Крепкая башня. И а, Без... укреп... тверда канара. канара. Благодаря. Бежит в нее кто? Бежит в нее праведник. К там праведника. То есть в это имя войти может только праведник. То есть в твое имя может да влезть само праведник. Туда не войдет ничто не... ничто не святое. Ничто свя э, не свято не да влезе там. Слово Божье говорит. Божье это слово казва. Без святости. Без святост. Никто. Никой. Никто. Никой. Скажи, никто. Скажи, никой. Не увидит Господа виде Ты не можешь грязным или нечистим войти в имя Господне. Не в имя Господа. И укрыться в нем. И да в него. Прежде чем ты не омоешься. Приди да Прежде чем ты не позволишь Богу омыть себя своей святой кровью. Приди да позволишь на Господа ты со своего скопоценного кровь. Своим святым словом. Со своего святого слова. Своей спасительной благодатью. Со спасительной благодатью. Только когда ты омылся. Само когда ты Мы праведны не по своим делам, правда? Праведны мы не си. Мы праведны как? Праведни сме мы как? праведны по вере. Праведни сме по, по вере в Иисус Христа. В Иисус Христос. Вера еще переведено с древнегреческого языка. Древно язык се как доверие. Кто доверия? То есть мы освещаемся, доверяя Иисусу Христу. То есть не мы, кто на Иисус Христос. Когда Он может нами руководить? -то может руководить? По мере на управления нами. то кто не управлял. Происходит такое естественное освещение. Сы случиво естественно освящены. Потому что Иисус Христос Он освещает. Понеже Иисус Христос ТОЙ освящал. Его кровь освещает. Некого так кровь освятяв. Его кровь и сегодня действует. И некого так и дней действия. Она очищает нас написано от всякого греха. Тя не причистила от всяких грехов. Если мы исповедуем грехи наши. А как исповедуемы наши греховы, В первом послании Апостола написано. В как первой главе, то пишет в первом то послании к Иоанн, в первом глава. Кровь Иисус Христа. То кровь на Иисус Христа. Очищает нас. Тяни причиство от всякого греха. От всяких грехов. Скажи от всякого греха. Скажи от всяких грехов. И так сегодня я праведен. И а сам праведен днес. Через веру в Иисуса Христа. Через веру в Иисуса Христа. Иисус Христос меня осветил. Иисус Христос не осветил. искупил из греха. И то не искупил от греха. Ни <г shave> серебром и ни золотом. Не со или злату, Но драгоценной кровью Иисуса Христа. Но кровь, Иисус А правда я сегодня. Скажи аминь. Слава нашему Господу. Как это прекрасно. <сказывает> как это просто. Колко и Как это несложно. не трудное. <сказывает> то есть тебе не надо исполнять 660 там 9 постановлений закона. Не треба да исполнява 669 постановления, закони. Для того, чтобы хоть чуть-чуть осветиться. За да се осветиш поне малко. Написано, делами закона не оправдается пред Богом ни одна плоть. Пиши, че с на закона няма да се оправдая ни то една плот. Никто из человеков не смог исполнить закон. Никой от човеците не е могъл да закона. кто исполнил закон? А кой исполнил закона? Закон исполнил Иисус только Иисус Христос. Закон исполнил Иисус Христос. Только один человек с большой буквы. Само один человек буквой. Который есть Бог пришедший во плоть. Бог, и поэтому осветиться мы можем только в Нем. и можем только во Христе Иисусе мы праведные и святые. мы и Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. И написано так вот в притчах 18. И пишет в э, притче 18 глава 11 стих. Имя Господне крепкая башня. Бежит в нее праведник. И будет что? Безопасен и вот он оно самое безопасное. безопасное. место на земле. Это то война и безопасное то место на земле. Имя Господне. Именно Господа. Который есть Иисус Христос. Кто Иисус Христос. Который есть наш Господь Иешуа Машех на еврейском. Кто наш Господь Иешуа Машех. Только в нем сокроется душа моя. Самого в него что сискрим моя душа. И будет в самом безопасном месте на земле. И что будет в самом безопасном то место на земле. Слава нашему Богу. Слава на наш Бог. Итак, я начну с первого пункта. Что изображен от первой точки? О том, что мы уже узнали сегодня, что есть святость. Ведь через брахманей скакуешь святость. Что Бог призвал нас осветиться. че Бог не призвал до да своего осветим? Благодаря драгоценной крови. Благодарение на Него это а, кровь. И отделить для себя себя для Бога. И то да все делим от себя си за Бога. И вы знаете, и у Исаи уже в новом завете Иисус Христос повторяет эту фразу. И при Исаи в офи новей завете. А, Иисус повторяет тази фраза. Он говорит, что Бог помазал меня. Той сказал: Бог меня помазал. Сегодня Бог помазал нас. Итнес Бог не помазал нас. Потому что мы есть тело Его. Понеже сме тяло тому. И сегодня каждый из вас, из христиан, может сказать: и Бог днес, помазал и меня. И Все к един от нас от христианите может доказать: да Бог меня помазал. Аминь или не аминь? Аминь или не аминь? Отпустить измученных на свободу. Отпустить звучните на свободата? Да. Дать пленам свободу. Дать слепым прозрение. Да дадем на плените свободата, да дадем на слепите слух. зрение, то на глухите слуха. Исцелить сокрушенных сердцем. Да исцелим тези, кото са со се сокрушили со им. Проповедует лето Господне благоприятно. Да проповедуем лето Господне на Господа благоприятно. Это так так? Така ли или не Мы это така? сегодня исполняем. Днесь господнявом этого. Во Христе Иисусе. Во Иисусе Христосе. И сегодня Господь так же, как и вчера. И днесь Господь послушьте начин как то и вчера. Он и сегодня исцеляет. То и днесь исцеляла. Он и сегодня освобождает. То и днесь его освобождава. Он и сегодня спасает. Днесь испасява. Он и сегодня воскрешает к вечной жизни. Днесь воскресява ком вечнее живот. Мы освещаемся по мере нашего возрастания. Днесь я осветяла мы по мярката на нашето възраставане. Духовно възрастание. На духовното възрастание. Възрастание на нашата вяра. Възрастание в нашата вяра. Възрастание на доверие. Възрастание в нашата доверие. В Христос Исус. В Исус Христос. И знаете, от, я уже с 91-го года верующий человек. Вече от 91-го година съм вярващ човек. Если сравнить вот меня как христианина 91 года, я, косой, сравнял себя с тем, кто христианин при 90 и година. И христианина 2023 года. И христианина 2023 -го года. Я сейчас хвалюсь Господом. Днес я хвала со Св. Я не собой хвалюсь, конечно. Днес я хвала со Себеся. Я хочу сказать, что это небо и земля. Искам доказать, что это небо и земля. Я не считаю тот период, когда я пребывал в первой любви. Не этот период като в първата любовь. Потому что первая любовь это исключение. Потому, любовь, это исключение. Но, кто был в 90-х годах во времена пробуждения духовного. -то години, -то, мы тогда делали невероятные вещи. вас мы правили невероятные неща. Мертвых воскрешали. Са... Исцеляли, спасали, освобождали. И люди приходили к Богу сотнями, тысячами. Хората са идвали при Бога стотици, хиляди. Но я верю в то, что э, мы живем во времена позднего дождя, так называемого. Но вярвам, че сега э, живеем во времената на късния дождь? То пробуждение было эпизодическое. Онова събуждение било эпизодично. И просто вот так, просто очагами где-то по, всем, по всему лику земли. И из цялата земля было такая. Но последнее пробуждение, группе. оно будет всемирным. Но последното събуждане ще из целия свят. То есть поднимется огромное духовное цунами. То есть се воздигне едно огромно духовно цунами. И вот так от запада до востока пройдет мощнейшая волна Святого и Духа. И от к мине волна на Святия Дух. И дойдет до Иерусалима. И ще стигне до Иерусалим. И весь Иерусалим узнает, что все язычники и целый Иерусалим ще разбере, что всички язычници уже уверовали в одного еврея. Вече са в един еврей. <свят> а мы евреи не верим в него. А ние евреи все <свят> още не вярваме в него. И тогда написано, и весь Израиль спасется. И тогава пише, че целия Израил ще То се То есть се одномоментно. То есть одномоментно. За короткий промежуток времени. За краток период от времени. Весь Израиль спасется. Целия Израил ще се спаси. Когда узнают, что вся земля верит в

И, и мы чеками. делаем все возможное, и возможно, чтобы стать частью этого мощнейшего духовного пробуждения. С достанием Именно поэтому важно хранить себя в совершенном мире. важно мир. И важно хранить себя в совершенной святости Иисуса Христа. И да се свет, Полнота святости на Иисус Христос. Это не моя святость. Твои не мое, это святость. Это не моя праведность. Не мое, это праведность. Скажу, это не моя святость. Скажи, не моё это святость. Я свят по вере в Иисуса Христа. Святцам по вере в Иисуса Христос Это Его святость. Твои не Его это святость. Мы благодарны за то, что Он взял в эту святость нас. И с моей благодарности за то, что не мы во всём это святость со Снегу. Итак, Он нас осветил. И Твой не осветил. И второй пункт. Вторая точка, э? Я хотел бы открыть Евангелие от Иоанна. Искам да отвори Евангелие то на Иоанн. Евангелие от Иоанна, четвертая глава. Евангелие то на Иоанн, четвертая глава. С 23 стиха. От 23 стих. И здесь написано. И только пишем. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус Христос говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою». То есть Иисус Христос откровенно говорит, я есть Мессия. То есть Иисус Христос откровенно казва, а сам Мессия". Я есть Христос. А сам Христос. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Почему удивились? За что се Я сейчас привожу тот пассаж, такой эпизод из Библии. А, таков эпизод в Библии, где Иисус Христос разговаривал с Самар... ну, помните да с Самарянкой, с Самаритянкой. А, куда, когдато Иисус Христос разговаривал со Самаритянкой. А в те времена в тот период иудеи, вы знаете, мы, ну мы иудеи хотел сказать. А, <свят> Полное время иудеи. Без диска мы скажем, да, не иудеи. <свят> иудеи не сообщались с самаритянами. Иудеи не со своими со самаритяне. И это было, ну то есть они презирали иудеи, презирали, И презирали, презирали. самаритян, потому что считали их нечистыми евреями считали за нечисти евреи. И тут Иисус Христос говорит, Иисус Христос разговаривает с самаритянкой. с 27 стиха. 27 стиха. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: чего ты требуешь? Или о чем говоришь с ней? здесь я немножко приостановлюсь. Это только что из малку. Очень важный эпизод. Много важный эпизод. Очень важный момент. Важный момент. Ученики приходят, возвращаются, они пошли в город купить пищи. Ученицы, если да, си купить. Смотрят, что их учитель. И видят, что тех не е, учитель. Иудей. Иудей. Иисус Христос. Иисус Христос. Разговаривает с самаритянкой. Говорит со самаритянкой. Ну, другие бы, конечно, бы просто возмутились. Другие бы и возмутили. Иудеи бы оскорбились. Иудеи бы их ускорб... И почитали, просто так Ускорбили. подумали бы, что Иисус Христос осквернился. И бы их что Иисус Христос и осквернил. И соделал грех. И направил грех. Иисус Христос соделал грех. Иисус Христос и направил грех. Звучит даже как-то очень ну, страшно. <свеч> Звучит страшно. <свеч> и неправдоподобно, да. Не звучит как истина. И поэтому и так и написано, что... Такая пища. Никто не посмел из учеников. Однако ж ни один не сказал, а чего ты требуешь? И пища такая, но никакой не речи, как вот торсишь или за что разговариваешь с ней. Здесь сокрыта одна такая истина. Только скрыта одна истина. Если бы в Иисусе Христе был вскрыт хотя бы один грех, а в Иисус Христос бы скрыл по один грех, а тем более порог, а, или порок, то ученики бы могли закономерно сказать, то ученики могли докажет, тогда ты что то что-то требуешь от нас. Тогда какого искать от нас? Ты сам во грехе. Ты сам есть его в грехе? Ну значит, и мы можем грешить. Ну то есть, ты не можем дагрешим. Но, но никто не посмел, потому что они знали, кто но такой иисус посмел, сознали, какой иисус Христос. Никто не посмел, потому что знали, какой иисус Христос. Здесь прямо сейчас у нас на глазах происходит что-то сверхестественное. Тук пред наш ты учись и случиво нечто сверхестественное. Что-то происходит. Он неспроста говорит с этой самаритянкой. Не нечто сислучиво, то и неей такая говорится самаритянка. И, и что потом дальше происходит? И какого сислучиво после? Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям, самаритянам: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не Он ли Христос. Они вышли из города и пошли к Нему, и многие самаряне из города того веровали в Него по слову женщины. То есть она стала евангелистом, правильно? То есть, ты стала евангелистом. Тысячи людей уверовала. Свидетельствует, что Он сказал ей все, что она сделала. И потом, когда пришли к Нему самаряне, то просили его при побыть у них, и Он пробыл там два дня. Еще большее число уверовали по его слову, а женщине то говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истина, спаситель мира. Кто? Христос. Кой? Христос. Христос значит помазанный. Христос означало помазан. Помазанный Богом. Помазанный от Бога. Которого так ждали иудеи того времени. Кого-то сочакали иудеи на то время. А признали его не иудеи. Исаку признали не иудеи За Христа. За Христос. А кто? А кой? А самаряне. А самаряне. Те, которые считались нечистыми, оскверненными. Те, кто за нечисти, осквернени. Вот так вот. Это такая. И вы знаете, вот я сегодня хотел вот этот момент чуть-чуть так вот прикоснуться. Не момент. О том, что... Э, святость очень важна э, в том, чтобы проявить Божье послушание на земле. То есть святость и много важность, да проявим Божье это послушание в этом свете. Чтобы свет. явить послушание нашему Господу Иисусу Христу. Да явим послушание на свой Иисус Христос. Вот за почти 20, 28 служения своего. Вече за почти 28 годы на моё служение. Я это убедился на своем опыте. А все убедих на свой опыт. У нас в Казахстане было мощнейшее пробуждение. В Казахстан и можно собуждены. Мы видели очень много чудес на самом деле. много чудеса, которые Господь сотворил. Какой-то сотворил. Но прошло время, когда служители начали падать. Ну дошло время, когда служители запачженных И Это произошло по всему СНГ. И то, что я из целей СНГ. То есть это было в России. То есть это случилось в Это Руси, было в Украине. Было в Украине. Это было в Беларуси. И в Беларуси. Это было в Молдове. И в Молдове. В Казахстане и так далее. Казахстан и такая нататак. Началось падение. и лейпадение то. И вот что происходило. И как вас случилось? Упал наш пастор. Паднул и наш пастор. Ну, вскры вскрылись определенные такие блуды и ссыскрили разбрахме за идни было И мы тогда сказали, что ты требуешь от нас? И не только в указах мы ими как войска счет нас. То, что здесь написано. Твоё какое-то пишет там. Если вскрылся какой таблёный порог? А котцы разбрал нея каков порог? Главный епископ поппал в Москве. Единый епископ и главнее этот епископ и попадал. Подал очень страшный пример. И дал страшный пример. Развелся со своей женой. Развелся со своей женой. Получил лже пророчество. Получил лже пророчество. Что жена должна умереть 11 августа. Что жена му да умре на 11 августа. Вот. И она не умерла почему-то. И тебя по некой причине не починала. И он был, и он был очень возмущен. Вот, вот, правильно. Он был очень возмущен. Было много возмутен. Почему ты не умерла? За что не съел мрял? Потому что Бог ему открыл, что вот он женится на молодую девушке очень Понижий красивой. Бог ему ее открыл, читая, что э, ее ужени за красивая жена. Она еврейка, да? Еврейка. И поэтому вот это все надо вот все сделать, чтобы вот это реализовать. Божий план, И Божий план спасения. Да, направив сичку то вода реализира Божий план, Божий жена план должна умереть. То, жена тому требоваться да пучинить. А он должен жениться. А той требоваться да ее ужени. На молодой красивой еврейке. На красивая еврейка. Вот Казахстана посмел приехать только я из пастырей. От Казахстан посмел э, до дойди и, и, высказать библейскую позицию. И докажи библейская позиция. Что пастор? Понеже пастор. Ты сошел с ума что ли? Тип полудял ли то, что ты делаешь, это безумие. Того, ты правишь, безумие. В Библии, где это вообще написано? пишет в Библии это? И призвал э, прихожан его церкви. И сам него. Больше не слушать такого пастора. Да который творит полное беззаконие и беспредел. Э, полное И потом его церковь она распалась. И после него эта церковь се распадала. Потому что он был тверд, потому, был тверд в своем желании. Он все желание. равно развелся со своей женой. Все пак се развел со своей все равно жена. женился на этой девушке. Все пак се, uh, за тази жена. И чуть попозже возглавил партию Солнце поклонников в Москве. И после возглавил партию на Солнце поклонники в Москве. Ну, поклонники. то есть метод того, чтобы поклоняться Христу. То есть место, да се поклонява на Христос, он стал поклоняться звезде. Запачнил это сей покланя на звезда. Вот такая печальная история. Много тоже история. Но это не высуждение. Но то ваннее, кото высуждение. Это очень печально на самом това деле. То ван много тоже но. В писании написано, поразят пастора. В описании то пишет, да сей поразим паст, кото сей порази пастора. И разбегутся овцы. А, и что избегают овцы Я понимаю, что если пастырь покаялся, а, бегу разбрал, а кот пастор сей покаял. И перестать, перестал делать эти беззаконы. И, акус преда правит эти беззакония, То Бог бы помиловал его, правда? То Бог бегу простил? Но не захотел. Но той не поискал? И поэтому Бог сдвинул его в светильник. И за ради Бог его изместил. И с другая сторона? И вот другая сторона. Очень важно найти себе Святую церковь именно. Много важно, да си намерим свята церква. Которая хранит себя в святости. Която се в святост. Где служители ходят в чистоте. Където в чистота. И следовать за служителями. И а, да следваме Которые реально являют его Божью силу какую эту наистину явявот Божию эта сила и Божью праведность во Христе Иисусе и Божья эта праведность во Иисус Христе Иисусе и Бог знаете как определим вообще святой служитель или не святой и когда определим далее свят, свят служитель или Иисус нет Иисус Христос дает нам ответ Иисус Христос не давал отговор Смотрите по плодам их правильно говорит не им разве смоква может принести приносить терн далее смокиня может да донесе Терен. Терн. Ну, терн. Сорняк. Или наоборот, Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, Иоанна. Или, или, обратно, или Терн он, может приносить смоку. ну, и, нет, или, конечно. Как? Далит, тронить и могут доносить смукиня. Вы знаете, мертвый не может а, рождать жизнь. Мертвый не может рождать живот. И жизнь не может рождать смерть. И живот не может рождать смерть. Фарисей всегда рожает кого? Фарисеи, винники кого рожда? Фарисеи рождают еще худших фарисеев. Фарисеи рожда ожти положти фарисеи. Иисус Христос об этом тоже говорит. Иисус Христос что так оказывался? Он туда? говорит про фарисеи Фарисеи перебираются через море. Той, казавшей фарисеят когдато э... лицемеры. Ага. Служители, да? И производит себе. Наво присмотретово и после. И рождает таких же лицемеров. И после рожда ожти со что Только вдвое худших себя. Само че два пати по те полощи у цебиси. Ну вот так вот написано. Такая пища живой проповедник, он живой пастор, он рождает также живых проповедников и живых пасторов. живет проповедник, живет пастор, за что такая рожда? Как... живет и проповедники или пасторы? Бог через него исцеляет, и спасает. Бог через некоего исцелял, воспасял. все новые и новые люди приходят. пристигают новые новые хора. и для Бога это самое драгоценное. и за Бога творен найскопоту. когда спасаются люди. когда у хора то все спасявало. когда появляется место. когда тут появлява место. в городе в каком-либо. в некой град который выполняет функцию как родильного дома своего рода. Което исполняло место. на родил дом. Майчин, майчин дом. дом да. <laughs> да, в Варне у нас есть майчин дом. такая. Вот. и я думаю, я верю в то, что и в нашей церкви есть такой майчин дом. Верно, где где в не только рождается свыше, но где созданы все условия, чтобы духовный человек наш возрастал. Но и мы и всечки условия, чем наши духовные человек это возраста. Потому что мало просто рожать, да? Мало и Очень важно и взращивать духовно. Многое важно и такие израствами. Поэтому наш, в нашей церкви есть и библейская школа. Наша церковь и, и библейская школа. Вот. И есть возможность учиться в духовной академии. И мы возможности да обучаем в духовной академии. И получать Академия, высшее образование. И да вещи образование. Становиться миссионерами и ехать в те страны, где еще Евангелие оно не принято. Доставаем миссионеры и да заминаем в те страны, когда это Евангелие то не принято. Слава още. Богу. Слава на Бога. Итак. И така чтобы у нас от, от, нас никто не спросил, чего ты требуешь, пастор? <laughs> нас не питат, как вы пасторы? Ты сам не исполняешь ничего. Ты сам ничто не исполняешь. Не хранишь. Не се пазишь. Да, и мы, к сожалению, видели пасторей, которые там злоупотребляют алкоголем. За сожаление, мы видели пасторей, которые злоупотребляют с алкоголом. Мы видели пастырей, которые стоят на пороге своей церкви и курят. Видели мы пасторей, которые стоят на пороге на своей церкви и пушат. Вот, или пасторей, которые принимают наркотики? Или пасторы, <клёх> те, которые это наркотики. Не до, не должен такого быть, аминь? Не, должен, не това. аминь. Пас, пастор призван хранить себя в святости, подавать пример. Пастор пример, призван, пример да в святост, чистота. Поэтому, если вот кто-то из вас может меня обличить и сказать, вот я видел наш пастор курит, за того, mm. можно обличить, да это я видел Я видел нашего пастора, который валяется в канаве пьяный. Видел сам пастора, да лежив в канава пьян. Ну, то можете, можете прям при всей церкви встать и сказать об этом. Можете при эта церкви достанете и докажете из-за этого. Я, знаете, на семинаре мы проходили обучение. А не менял обучение то, одно обучение. Где мы узнали просто про то, что в средние века были так называемые столбники. Когда это научил хмь, че в при средние века и имало такиха катакули катакули ну то есть один святой человек в господи то есть ну, один святой человек в господа он просто решил залезть на столб по посередине города просто решил и решил той скачи кулу во в средата на града и вот он высоко взобрался на вот эту кулу и высоко со искочил на тази кула и чтобы всему городу показать о том, что он хранит себя. Зато покажи на целый град, че пази. он там жил на этой куле. То есть ты живял от горы на тази кула. Вот сколько мог жить, вот столько он и жил. Сколько то ему жил, до живет там, толково и Он там не ел. Не ел там. Не пил. Не пил там. Ну, соответственно, не курил. Соответственно, не пушил. Не пил. Не <свят> пил. И не блудил. И не блудодействовал. <свят> Потому что на столбе это просто невозможно сделать. Понеже там горы на кула-то невозможно только направить его. И просто весь город за ним вот так наблюдал. И просто целая грядка я наблюдала там. И потом возникло целое движение столбников. И после возникло одно движение на такие вакули. И где-то даже это превратилось в какую-то форму религии. И даже по некаков начин за я превернула некакую форму на религии. Какой-то показушности. А, показания. Но все-таки мотив был хороший. Мотив был хороший. Но мотивы я бил добр. О том, что вере в Иисуса Христа. Можно все это делать. Современный вариант. Один из, я не знаю, кто это вообще был, но это был верующий человек. И он жил вот в такой пластиковой коробке. Ну, то есть это пластик, который был прозрачным. Куте. В пластмассовом куте. Вот, это из орг стекла такого прочного. От стекло. Там были просверленные дырки. И малые дубки там. И он вон там жил. И то есть, там. И он был полностью закрыт там. И был на затворен там. И люди могли видеть, что он там живет, молится, читает Библию. И там смогли видеть, там моли. То есть его жизнь была максимально там. прозрачная. То есть его живот и был на прозрачен. И люди могли видеть, ну, да, и ну, и не, да не пьет, не курит. Да, не пьет, не пуши. Слава нашему Богу. Слава на нашей Бог. Вот меня можно было бы отнести вот к таким столбникам. Меньше может мы вот тези. Иногда у меня возникает желание, ну вот, ну просто думаю, ну как вот людям доказать, что это все реально, все это возможно, реалистично. По некуда ему желание и сопи там, как могут доказать докажи на хорта возможно и реальность. Потому что у людей почему-то все равно есть такое мнение о По Понеже хората и мы от подобного мнения за пасторы Все они лицемеры. Чевсички солицемернее. Все они так в техкушку грешат. Сечки тайно грешат. Вот, вот, они такие же люди, как и все мы. Слышь, ты хороса, как у нас. И если уж не дай Бог. Я как не дай Боже. Скрой, скройся хотя бы один маленький какой-то грешочек за пастором. Что если у меня один малок грех на пастора? И мы тоже были свидетелями этого. И свидетели на това. Этого пас пастора просто растопчат. Просто сотру с лица земли. Вот мы это делаем каждый день. А пастор не может. А пастора не может. Не имеет права. Праву. Если мы только увидим это. И Прощения не будет. Няма никакого <свят> извинения. <свят> Разбирате ли? Ой, пусть вот это на самом деле уйдет вообще вот э

уметь по эту милость и иметь самые близкие взаимоотношения с Богом отцу и да има взаимоотношения вот с Богом, вот, отец вот это вот наслаждение на самом наслаждение вот которое не сравнится ни с каким другим наслаждением на этой земле кое-то не может нас сравниться с никакого наслаждения на тазе земля поэтому написано не упивайтесь вином за твою пищу несыя наполняйтесь а что а с скакво а исполняйтесь духом святым а сы наполняйтесь со святым дух Аминь. <laughs> И вы знаете, я вот, слава Богу, что я из тех, кто может сравнить. И слава на Бога, че саму тезис, с ты можно да сравним. До уверования я пил очень сильно. Приди до да повера, много сам пил. Я знаю, что это такое. Знам, как во этого. Напиваться. Да ты напиваешь. Упиваться. Да ты упиваешь. Быть в запое. Да будешь в запое. Э, запое, да. Или что значит быть исполненным Святым Духом? Или каково означало да быть исполненным Святым Дух? Вот удовольствие. Удовольствие -то. Я вообще, например, не вижу удовольствия в том, чтобы напиваться. Не вижу там удовольствия в том, чтобы Ну вообще не вижу никакого смысла. Не вижу там никакого смысла. Зачем мы напивались? За какого смысла напивали? В основном, чтобы за... упиться, чтобы забыться. Основно, да си напием, да забравим чтобы не видеть всего этого безобразия. Да не видим все это безобразие. Вот и все, а удовольствие где а удовольствие только где? Да нету там никакого удовольствия. Нема никакого удовольствия Просто там. Просто некое забытие. Просто одно забравение. А что значит исполняться Духом Святым? А как означает, да, исполни, да исполним Святия Дух? Это значит иметь возможность общения. Это означает, да имеем возможность за общение. Во святая святых. Во пресвятого то место. С всемогущим Богом. Со всем угощением каждая клеточка твоего естества. И всякого всякая клетка на твое то естество. В этот момент. В този момент восклицает Аллилуйя. Восклицала Аллилуйя. <laughs> Слав нашему Господу. Слава на Бог. Вот что такое святость. Это твоя святость. Святость это совсем неплохо. Святость не Когда люди говорят о святости, они, как правило, вспоминают религиозную святость. Когда хората вспоминают святость, те обыкновенно сосещат за религиозную святость. Воздержание от чего-либо. Да <laughs> си воздержишь от Но истинная святость это другое. Но истинная -то святость и нечто другое. Это стать частью Бога. Давай достанешь часть от Бога. Это скрыться в, крепости, которая есть имя Господне. Да се в крепость, которая и имя то Божие то. Это быть самая святая святых всемогущего Бога. Да будешь в пресвятое место на всемогущее Бог. Аминь. Амин. Третий момент. Третья, третья точка. Конечно, написано о том, что Бог непрестанно печется. Да, то пишет, что Бог винаги и грижи. И заботиться о детях своих. И се грижи за своите деца. О том, что прежде ищите царствие Божие и правду его. Приди то да торсите Божие, то царство торсите истинно тому. Все остальное приложится вам. Всичко останало, что а, се даде. Конечно, написано, что Бог нам дал жизнь. Да, пищи, че Бог не дал живот. И жизнь с избытком. Живот с а, от, от горе. Вот сейчас я опять похвалюсь Господом. Отново что се похваля с Бог. Ни капли не присвою себе монет на капка присвоя потому что все то что я имею сегодня какой-то это все благодаря моему господу Ииису Христу твоя благодарение на мой Господь Иисус христос потому что я ему прилежно служим по самом служил вот в бургасе это сильно проявилось в бураство сил нас проявил и в этот раз мы ездили туда с Саймоном. Тоже поездиме были там со Саймоном. А Даша тоже была, сидела на рецепшен. Да, я со что я там и была на рецепшен. А, также там находится епископ э, Петков. Со что там ся намеря епископ Петков со своей супругой Натальей. Со своей-то супруга Наталья. И мы каждый, почти каждый вечер собирались. И почти в всякое вечер, с мыся собирались за это. Делали обходы. А Рассказывали мы мыся из города. И вместе молились. За это с мыся молили. И вместе общались. Что вах мы? нам было очень хорошо, радостно. Было не готино, радостно. И Бог очень сильно нас благословлял на рабочем месте. И Бог много не благословил на работном то место. И вдруг я для себя открыл. И изведнешь си Я уже 15 лет работаю в Бургасе. Ведь от 15 годин я в Бургасе. Вот так, регулярно. Весна, осень, весна, осень. О, постоянно. Пролет, эсен, пролет, эсен. 15 лет. Вот 15 годин. И ко мне продолжает ходить люди. Все вот эти 15 лет ко мне продолжает ходить люди. И все эти 15 године все дни со штихора запаччуют айдват. Например. Например. Приходит один германец. И мы один э, германец. Зовут его Фридрих. и Фридрих. Вот 15 лет тому назад ему поставили диагноз лейкемия. Придя 15 године ему поставили диагноза лейкемия. Рак крови. Рак на кровта. Онкологическое заболевание. Онкологично заболеванный. И при этом заболевание люди долго не живут. И при твоем заболевании хората не живет долго. Он начал проходить лечение. Започинало это започинало лечение то. Я молился за него с помазанием елея. Молился за него за со с помазанием со с Он начал меня учить немецкому языку. Започинало <laughs> мы это учить на немецкий язык. И вот гутен так вас, вас издаст, вас издаст. Генал и ауфидерзей. И ауфидерзей. И просто, вот знаете, вот это прекрасное общение, всегда смех, он очень такой, любит юмор. И твой прекрасно обштованный смех, то и много убича юмор. приходит ко, ко мне регулярно. И та постоянно идва при Ни разу не пропустил. Не то видно, что не пропустил. За 15 лет весна, осень, весна, осень, За 15 лет, пролет, эсен пролет. С диагнозом мрак крови. С диагнозом Рак на крафта. И знаете, сколько ему сейчас лет? И знаете ли, на сколько сега? Ему сейчас 87 лет. Сега 87 И я вдруг открыл, я начал отслеживать. И сейчас и вам. И увидел, что к нам в Бургасе ходят несколько человек, которые ходят уже кто-то 10, 12, 15 лет. И как-то започнах да проследявам, погледнах, че има няколко човек, които э, идват при от 10, 12, 15 години. Им перевалило за 80 лет. И са на повече от И они приходят и благодарят, каждый раз дарят подарки. Фридрих, и идват, всякий под благодарят, каждый раз мне приносит, он открыл целую плантацию в Болгарии. И Фридрих всякий под ми носит, то има една плантация. Женился на болгарке. О, женился я за една болгарка. Которая младше его, по-моему, на 35 лет. Или, или, или на 35, или на 36 лет. Коя-то я помладу от него вот 35 или 36 с чем-то И каждый раз он мне приносит эм, бабины зыби. И всякие мне и бабины зыби. Он сам собирает бабины зыби. Той самги собирает? А, Требестан по научному звучит эта трава. Вот и он каждый раз весной и осень дарит мне по одному килограмму. И то есть всякая осень э, и пролет мне подарял по один килограмм. Ну, я ему тоже, соответственно, что-то дарю. Я со что нечто ему подаряю вам Каждый раз мы обмениваемся такими подарками. Всякий под разменим подарки. И, конечно, это это очень приятно. И то вам много приятно. Приятно, когда ты людям помогаешь. Приятно, когда ты помогаешь на хората. Приятно, когда ты видишь такие Божьи чудеса. Приятно, когда ты видишь такие Божьи Потому чудеса. Потому что я, я понимаю, я понимаю о том, что я как доктор, как человек не могу этого делать. Потому что я сейчас разбираю, что доктор, который лекар не могут управлять этого. Кто продлевает жизнь? Кто живота? Кто дает вообще жизнь? Кто исцеляет сегодня? Но это только Бог целитель Това самое Бог целитель наш. И поэтому всю славу воздаю только Ему. И целую славу ему на Него. Слава нашему Богу. Слава на нашему Богу я продолжу о том, что Бог на самом деле заботится. Чей Бог на истинации нас. Греет и питает. То не согрева и не пи... только, вопитава. Только свою церковь. Само, не -то церковь. Только тех, которые вошли в ковчег. Само, тези, в ковчег. Только те, которые вошли в тело Иисуса Христа. Само, тези, -то в тело -то Иисуса Они Христа. согреваются самое драгоценную кровью. Потому что кровь она согревает. Понеже кровь, кровь она дает жизнь. Тя живот. Оживляет. Уживява. Если она приносит питательные вещества, да. Тя носи и питательные хранительные вещества. Кровь она исцеляет. Кровь исцелява. Кровь Иисус Христа исцеляет все болезни. Кровь на Иисус Христос исцелява все чьки болезни. И я прихожу к последнему пункту. И я до последнего та точки. О том что Иисус Христос и Его Церковь. Зато вообще Иисус Христос и не его Церковь. Есть одно единое целое. И одно тялу. Оно стало одним. Стануло одно. Две тысячи лет тому назад. Придёт две тысячи кутини. Поэтому Бог поставил церковь свою. За того Бог и поставил свой свою церковь. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. И даже врата Ада не одолеют ее. Даже врати ты на Ада не омадаю удалеет. Скажи Аминь. Скажи Аминь. Потому что это правда и истина. Понеже това истина. И давайте мы откроем последнее место. И варим отворим последнее место. И оно написано в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Пиши в Евангелии от Иоанна, 4 глава. О, нет, 17 глава, извиняюсь. А, 17 глава. 17 глава с 19 стиха. От 19 стих. Это знаменитая молитва первосвященника. Това е знаменитая молитва на первосвященника. Который есть наш Господь Иисус. Който е нашият Господь Иисус. И это его молитва. И това е молитва. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как ты, отче, во мне. И я в тебе, так и они, да будут в нас едину. В болгарском переводе так переводится? Да, «Буд, да будут одно. Да. Да. Аминь. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им да будут едины, как мы едины, в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сие познали, что ты послал меня». И я открыл им, им имя Твое, и открою, до да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них вот такая интересная молитва, правда? Это Она очень простая. Молитва, лесна. Вчера мы разговаривали с одним человеком, он говорит, такой перевод, такой перевод. Такой, столько бестолковых переводов, которые вообще ничего не понятно. Вчера а, говори, а что ж тут не понимать? Человек, тут он все очень Бог просто. Показал, Бог привода, захотел, чтобы мы во Христе и Иисусе Господь, стали едины с Ним. Аминь или не аминь. Что тут не понятно? Ну все Такого понятно, не ну, мне по крайней мере все понятно. Я хочу, чтобы и вам было все понятно. Не ясно. отходите от простоты во Христе Иисусе. У Христа, Христа. на самом деле все, все понятно. И другое. И другу. А, Евангелие Иоанна 14, -я глава. Евангелие 14 -я глава. Я уже заканчиваю, Я и мы помолимся. Приключу, мы помолим. 14, глава, с 8 стиха. 14 глава, 8 стих. Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от тебя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше стих сотворит, потому что я к отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделают, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите заповеди Мои я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне. Что я в отце моем, и вы во мне. Что я в отце моем, и вы во мне. И я в вас, и кто я имеет спас. заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Аллилуйя. Аллилуйя. И вы знаете, какое это прекрасное место? Во-первых, Во в этом месте написано о том, что вот очень часто происходит такое. И, Иисус Христос говорит. Иисус Христос вот мои слова. Вот мои дела. Мои дела. Потом вот те дела, которые отец делает, он через меня делает. После дела такую то отецкие варши, той ги те, те, слова, которые Бог говорит, потом и я говорю. Те которые Бог казва, я Я ничего не творю от себя, если не не увижу это у отца моего в царстве небесном. Ничто не правил от себя, если я не го видя в царство на свое вот это. Смотрите, у Иисус Христа слова с делами не расходятся. Поглядите, при Иисус Христос дела то со словом не все разминают. В Псалтере в тридцать шестом Псалтере написано. В тридцать шесте а в тридцать седьмом Псалм. Бог сказал. Пише. И сделалось. Бог и казал и повелел и исполнилось. Бог и заповедал и се направил. То есть Бог что говорит, то он и делает. То есть Бог как вот -то указывает твои прави. И он воплощает свои дела через Иисус Христа. И то и прави свои эти дела через Иисус Христа. Иисус Христос говорит. Иисус Христос казва. О том, что то, что я делал. За това, кое то, кое-то асам правил. И вы будете делать. И вы ещё его правите этого. Понимаете, да? Разбираете ли? То есть мы последовали за Иисус Христа, мы будем делать. То, то, то что не... делал Иисус Христос. То есть не а, ако Иисус Христос, что правим това, то, и то и правил. По повелению Отца своего. По повелению то на Неговия Отец. И написано и даже более того. И пищи и даже и пова чёт Вот это о чем Твоя за какого пищи? Я всегда это место объясняю. Это не то, что мы будем делать. Виноги объясняем это место. Твоя нее, кое-то нищие правим. Книга Деяния, как как это вообще правильно переводится? Как пищи в книге -то, Дел... то на Деяния. Как правило он себя привёшь Дела. Книга на делата Дела Дела Святого Духа. Дела на Святия Дух. Дела Иисуса Христа, можно сказать. Дела на Иисус Христос. Дела Бога на этой земле. Дела на Бога. И эти Над дела что семья. делают? И эти дела как его правят? Эта книга не закончилась. Тази книга не сей Потому что дела Бога они продолжаются. Понеже дела то на Бога продолжают. Но сегодня они продолжаются через церковь Его. Но от нее продолжают через некого-то церковь. Мы сегодня говорим то, что Он говорил. Нет, не сказываем этого, кое-то то и казвал. И Дух Святой нам об этом напоминает. И Святий Дух не напомнил за то. И сегодня мы делаем то, и не исправим то, что делал Иисус Христос. Кое-то Иисус Христос и еще более точно. И вообще по точно. Иисус Христос продолжает говорить через нас. Иисус Христос продолжал говорить через нас. И продолжает что-то делать через нас. Продолжает да прави нечто через нас. Все то же самое, что он делал две тысячи лет тому назад. Сечку того, кое-то правил преди две тысячи годов. Амин. Амин. Самое безопасное место, где оно? Наибезопасное место, где? Я уже заканчиваю. Речь Тема моей ключевом. проповеди. Тема то на Где проповедь? самое безопасное место на земле? Где наибезопасное место на земле А где было самое безопасное место во времена потопа? А где было наибезопасное то место? Оно было в копчеге во времена то на потоп. А сегодня нашим нашим ковчегом самое безопасное место это Отлечь наш Господь. Аднесь ковчег. Это наш -безопасное Господь. безопасное <laughs> место на земле это твой наш, наш Господь, Господь, Господь Иисус Христос. Кажи Аминь, если согласен. Кажи Аминь, если согласен. Потому что так говорит Священное Писание, оно не оставляет никаких сомнений, что никаких колебаний. Значит, как священное Писание не оставляет никаких сомнений, никаких Только колебаний. Только доверься нашему Господу Иисусу и, и будешь спасен. На Давайте Господь, ему Господь, коротко помолимся. Господь, Господи, здесь Твое присутствие прямо сейчас. Здесь, присутствие здесь точно сега. Церковь Твоя. Здесь, это церковь. здесь Ты говоришь. Ты здесь Твои слова не расходятся с Твоими делами. Твои думы, со твоими делами ты и, и сегодня делаешь сегодня то, что ты делал вчера. Того, ты вчера. И, сегодня. И, сегодня. и сегодня. И в веки то же самое все. И вековей, в Тебе нет ни тени перемен. В тебе, в тебе не ама, ни ты тот же самый всемогущий Бог. Благослови нас. не. Чтобы нам быть твоей церкви. Церковь. Не называться только церкви. Да не Но быть твоей церкви. Да быть телом твоим. Да твою быть членами тела твоего. Да на твою тяло. Послушными членами тела твоего. Послушные части на твою тяло. Если ты хочешь идти.

Просто берем и бросаем к твоим ногам. Просто Наш дикрака. совершенный целитель. Совершен целитель. Наш совершенный спаситель. Совершен спаситель. И наш совершенный освободитель. освободитель совершен. Тебе вся слава. Тебе Честь, слава. И хвала Честь и хвала велики Честь и хвала во имя Отца и Сына. Тона, Отец и Сын. И Святого Духа. И, Син, и э Церковь Божья да скажет. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Давайте прославим Господа.

Sports. что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь давно, обращаешь давно. ждет победа мы уже в победе аллилуйя Иисуса Христа можно еще немножко мы присядем